Ну а теперь самое время объявить победителя нашего сегодняшнего фотомарафона. Тема у нас сегодня очень интересная. Татьянин день или бабий кул. Девушки мастерили сегодня метелочки либо венички, которые нужно отнести в дом своей будущей свекрови. И нам понравился больше всего вот этот вот веник. Вы победителем, точнее победительницей становится Елена Лабун. Мы вас поздравляем. Да, и причем это выбор нашей команды и ВКонтакте. Больше всего лайков именно у этой фотографии. Ну, я должен сказать, что фотографий было на самом деле очень много. Огромное спасибо девушке за ваши веники, которые нам прислали. Венички-метелочки. Метелочки. Было очень приятно. Но на этом все. Мы на сегодня с вами расстаемся. Прощаемся до следующей недели. Завтра уже пятница. А сегодня я вам желаю хорошо и беззаботно провести этот четверг. Особенно студентам. Хорошего дня. Пусть у вас все получится. Пока. Пока. Либо любовь, либо секс. Хочешь нежно, хочешь грубо, хочешь уйдем сейчас из клуба. Твоей любви убей меня и оживи, раны заживи, губы сладкие, как десерт.